Вооруженные силы Народной милиции ЛНР при поддержке Вооруженных сил Российской Федерации продолжают освобождать от украинских боевиков оккупированные территории Луганской Народной Республики. Бойцы Народной милиции упорно ведут бои в районах города Рубежное, выбивая противника из хорошо укрепленных позиций, используя тяжелое вооружение, артиллерию, а также стрелковое оружие и автоматические гранатометы «Пламя». После артиллерийской подготовки и при поддержке АГС-17 автострелковые подразделения Народной милиции продолжают наступление, уничтожая украинских боевиков. Мы наступаем вперед, постоянно давим на них, а они не выдерживают этого. Куда они уходят? Уходят в сторону Северодонецка и Лисичанска, они, скорее всего, разделяются на две части, потому что некоторые ушли за речку, по нам стреляют из-за речки, и здесь тоже, в сторону Северодонецка.